новогодние каникулы на Куйбышевской магистрали запустили ретро-поезд. Он проехал по маршруту Самара-Жигулевский и обратно. Во главе состава поставили паровоз «Лебедянка». Пассажирам были доступны два типа вагонов – СВ и с местами для сидения. Все они были празднично украшены. Кроме того, для путешественников подготовили развлекательную программу, а также рассказы об истории Самарской области. В первую поездку отправились около 250 человек. Мы работаем над модернизацией инфраструктуры пассажирской и понимаем о том, что для пассажира важна не только новая инфраструктура, новые вокзальные комплексы, но еще важно такое направление, как внутренний туризм. Мы понимаем потенциал Самарской области, мы понимаем потенциал, какие красоты здесь, сам город Самара, город Тольятти, Жигулевские горы, Волга. Мы видим это. Это прекрасно. Мы как будто бы погружаемся в то время, в котором нам не довелось жить. И это очень так лаконично, очень здорово и очень по-новогоднему празднично. Потрясающе, особенно с утра проснулся и оказался вообще в другом времени, в другом веке. Это настолько удивительные чувства. И в приятной компании путешествие, я думаю, очень будет прекрасным и замечательным.